Mercedes, возможно, там и Kia Optima, возможно, я не знаю, в общем-то, у них там, тем не менее, многие люди, вернее, некоторые, вернее, один человек написал, вообще не нравится, потому что, ну, оно выглядит фуково, я уже в телефоне все это может пойти, а особенно, если, но тем не менее, что-то приближенное будет, а вот если... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну что ж, в очередной раз я обсуждаю Brilliant RP в КРМП. Уж какую я им рекламу-то только не сделал, вот обсуждая все это, когда я рассказывал о том, что вот, у них там вот такая моделька машин, у них там вот эти вот все прочие вещи, и в общем-то они скоро там открываются, скоро все это прочее. И это же все было бесплатно. Даже возможно, если, я не знаю, у людей появилось какое-то отвращение ко всему этому. Тем не менее, они же услышали о Brilliant RP в КРМП, то, что они там открываются на телефон, то, что у них там все будет вроде как нормально, и у них там еще выходили всякие вот эти, знаете, скриншоты, то, что там вот эти вот у них машины будут какие-то жесткие, вот эти BMW, там, Mercedes, возможно, там, и Kia Optima, возможно, я не знаю, в общем-то, у них там много всего будет, и все это обсуждать, но это заебешься нахуй, потому что, ну, в самом деле, ну, кому это вообще интересно, там, какие машины, какие все прочие вот эти вещи, именно поэтому сегодня я обсуждаю гараж, потому что, ну, а как иначе, типа, знаешь, купи гараж, или там, знаешь, продам гараж, или делаю все прочее, вот эти вот, возможно, вещи, какие-то, или сделаю еще что-нибудь, или там я в общем-то богатый, ну неважно, потому что сегодня, или вчера, или в общем-то когда выйдет данный видеоролик, они показали интерьер гаража, и давайте его немножечко так обсудим, потому что, ну лично мне кажется, что это какая-то, я не знаю, 3D графика или блендер какой-нибудь там, я не знаю, или 3DS Max, или что-то наподобие того, но самое главное, это не то, что как он выглядит, да, красиво, некрасиво, там, я не знаю, плохо, неплохо, там сколько полигонов, сколько всего прочего, потому что выглядит-то он красиво, и вроде как все нормально. Тем не менее, многие люди, вернее, некоторые, вернее, один человек написал, и его там, знаете, залайкали, и потом все остальные чуваки точно так же начали писать по поводу всего этого, и все в один голос вот эти вот чуваки говорят, что «Ой, да это ж спизжено с Black Rush». Ребят, ну вы же спиздили, блять, это с Black Rush, вы чё в самом деле? Вы думали, мы не заметим, вы думали, что мы такие тупые, да, что мы не знаем вообще, чё это такое, вы чё, вы серьезны, ребят? Ну, в самом деле, поэтому это Black Rush. И лично я, лично для меня, как человек, который никогда не играл на Black Rush, и вообще, который, знаете ли, презирает КРМП, которому оно прям вообще не нравится, потому что, ну, оно выглядит хуёво, я уже много раз говорил о том, насколько же это все, блять, ну, хуёво выглядит, насколько это все плохо выглядит, и поэтому, да, вот, однако отрицать то, что гараж сделан круто, ну, наверное, это будет глупо, потому что он в самом деле сделан классно, хотя я не знаю, на каком вообще телефоне все это может пойти, а особенно, если посмотреть на те скрины, которые до этого там делал Brilliant RP, которые он там выставлял, которые он там показывал, ну, это ж пиздец, вы представляете, вот такой вот красивый гараж и вот такая вот, блять, хуевая машина. Что это за пиздец вообще, блять, это вот эта Lamborghini Urus, блять, или как она, блять, называется, и она в этом гараже будет. Ну, это ж вообще, куда это годится-то в самом деле? Разумеется, я уверен, что гараж, наверное, будет, ну, не такой красивый, как он тут, но, тем не менее, что-то приближенное будет. А вот если машина будет не такая хуевая, как было вот в том ролике, я показывал, да и сейчас я, наверное, все это показываю, то, разумеется, будет пиздато, будет круто, и будет вообще все это заебись, потому что, ну, в самом деле. А уж кто у кого украл, там, знаете, Black Rush, или там Brilliant RP, или какие-то вот эти вот прочие все проекты, да кому не похуй, все равно в этот мобильный КРМП, GTA, криминальная Россия, мультик, плеер по сети, играют дети, да им в общем-то вообще поебать, какой там гараж, тот, не тот, этот, не этот, то, другое, да и вообще КРМП, блять, там же все спижено, перепижено, и сейчас можно так про каждый проект говорить, мол, то, что, вот, вы знаете, вот на компьютерном проекте Радмир РП это было раньше, чем на мобильном проекте Black Rush и все вот это прочее, однако вы можете делиться своим мнением по данному поводу, по поводу всех вот этих вот прочих вещей, всех вот этих вот гаражей, всех вот этих вот машин и всего-всего прочего в комментариях, потому что по-другому, ну а как можно вообще все это рассказать по-другому, сказать и вообще придумать, обдумать, сделать какие-то, возможно, прочие вещи по-другому, ну просто не получится и просто, ну я так подозреваю, что нельзя, поэтому, ну в общем-то ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, Arizona Mobile, Arizona все вот эти вот прочие вещи, Arizona может быть даже Games, заходите по айпишнику в описании туда, там узнавайте всю интересующую вас информацию, там в общем-то ознакомливайтесь со всей информацией, там расследуйте всю эту информацию и вообще, то есть, ну, до свидания на всем
этом. Там же, кстати, в описании, если что, есть ссылочка на мой телеграм-канал, вы можете туда перейти, а вы можете там все это узнать, вы можете там все это разведать. И, в общем-то, да, это такая, знаете, мини-новость на 5, может быть, на 6, может быть, там, я не знаю, на 85 минут. Я не знаю, смотря сколько в начале будет всех вот этих вот, знаете, коротких вставок и прочих вещей. Ну, и увидимся тут же завтра. А в какое время? Ну, уж вы сами, наверное, все это должны знать. А всем спасибо, хотя за что, и всем до свидания, хотя нет, не до свидания, а всем пока. Да, пока.